на моем канале. Сегодня я приготовлю гороховый суп с копченостями. Рецепты приготовления этого супа очень много, но я буду готовить так, как я готовлю для своих домочадцев. Для приготовления супа мне понадобится горох, который я предварительно вымочила на ночь, копчености, это у меня копченые ребрышки свиные, картофель, одна луковица, одна морковь, зелень укропа, замороженная кинза, можно взять свежую кинзу. Если вам она не нравится, вы ее можете не добавлять, а добавить петрушку. Также соль, перец по вкусу и растительное масло для обжарки нашей моркови и лука. Ну все, начинаем приготовление нашего супа. Начинаем приготовление с того, что я 2 раза промыла горох, залила водичкой и поставила вариться примерно минут на 30. Тем временем сейчас на растительном масле я начну обжаривать мелко резанный лучок и тертую морковь на крупной терочке. Вот такой он получился. И сейчас я сюда буду добавлять наши копченые свиные ребрышки. Ребрышки будут вариться примерно минут 20. Тем временем мы сейчас порежем картофель кубиками. И как ребрышки проварятся, будем добавлять картофель. Сварился, и я добавила туда обжаренную морковь с луком. Сейчас это не прокипит минут 5. Будем отключать суп и добавлять зелень. Я добавлю мелко резанный укроп и зелень кинзы. У меня замороженная, вы можете взять свежую кинзу либо петрушку. Вот такой ароматный, вкусный, наваристый супчик из гороха с копченостями у меня получился. Подавать я его буду с тертым чесночком. Если вы его не любите, можете не добавлять. А также подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всего вам хорошего. Пока-пока. Приятного вам аппетита.